Так, я сейчас буду читать. Вот на все, что мы уже построили, добавляем еще вот эту энергию. Посмотрим, как она ляжет. Я ее отдельно читаю обычно. Интересно, я вышла, там голову разорвала, и ты вышел в космос, и я начала терять слова. Ну, вместо кхам идет храм, другое слово идет. Другой звук. А пока на земле, пока стоишь на земле, она тебя раскручивает, как воронку. Ну, там я могу долго описывать, что происходит. У тебя какие ощущения? У меня пирамида в сетке.
сетки, потому что я в основном сейчас не про Украину, я все просто как бы, ты накачиваешь водой как будто сосуд. Но, в принципе, сразу идет левитация, поднимаешься, а потом каналы, я видела свои энергетические каналы, центральный канал, вокруг которого вихри и спирали, потом вот в голове эти взрывы, в каждой чакре, потом в голове вот такие структуры, как горы цвета. Потом бабах, космос вышел, и все, мантра теряется. Ну, я начинаю в ней путаться. Хотя просто стоишь в центре галактики, а уже она как будто не актуальна. Там, судя по всему, один из первоэлементов, который, ну, там не актуален. Так, ну-ка давай еще раз. Аямхам. А ты читаешь? Аямрамхам. Аямрамамхам друмду. 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 Я у себя в теле сейчас проходила, там вот я запиналась, это вычищалось. Ну, там проворачивалась сложнее воронка. Вот сейчас по телу попробую запустить этот звук и посмотри, где у меня. Потому что у меня, допустим, плечи, плечевые суставы и надплечья, и ключицы. Прям пошли световые сполохи, как голова. Ну, взрываться все, вычищаться. А потом пошло по гормоналке и по местам, где обычно прицепляются всякие вампирюшки. Отток энергии, ну, украденький, типа такого. И видишь, там запиналось, то есть отсекало что-то. Точнее, даже не отсекало, скорее всего, наполняло, что там ваджрагини мантры, оно подсекалось, а теперь надо было заполнить собой. Попробую в тело, на тело обратить внимание, не на Украину, на тело пока. Аям рам мам хам хам друм ду. Аям рам мам 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 хам друм ду. Друм ду. Аям рам мам хам 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 друм ду.
Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам хамдрум ду. Айям рамам ям рам мам хам дром до а я хотя что у тебя там в голове-то вообще ничего не работает, в центр головы невозможно попасть. А ям рам мам хам дром до а ям рам мам хам дром до а я рам капец. А ям рам мам хам дром ду. А ям рам мам хам дром ду. А я 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 рам мам хам дром ду. Как у тебя ощущение сейчас? Где ощущение сейчас есть? Ну, через стихи вот так происходит. Челюсти там у тебя легко прошли. У тебя почему-то вот это под подбородком, ну вот лопатки, анахата там спереди, сзади, ниже не идет пока энергия. Вот пошла по запросу, где надо чистить? Пошла лопатки, горло, еремная ямка, щитовидка. Вот сюда поднялась, ну вот туда, под челюсть, прям как внутрь пошло. Потом по челюстям. Вот сейчас пойти внутрь головы вообще нереально. Ну, просто какой-то там кирпич. А этот... А потом, когда туда уже в центр ставишь, вот там, где Воролиев мост. Короче, в центре такая бабочка у нас гормональная. Вот туда ставишь. И этот... И если вот там эти звуком пробивать, да, то в уши как-то... Уши пришлось чистить. Как будто вот заткнуты все дырки. Ну... Уши не проходят. Я думала, ты глохнешь, а ты там пока в челюстях. Но это рядом, в принципе, основание челюсти, ну, присоединение челюсти туда, к этому, рядом с козелком. Давай еще пару минут, потому что меня аж в пот кинул. Там что-то так тяжко идет. А, и плюс, чтобы не было перегруза, последи же за головой день. Потому что она может догнать и через 3 дня, и через следующую жизнь. Такое дело. Айям рам мам хам дром ду. И слышишь, как скрипит это потертое седло? Капец, короче. Как оно скрипит все. Айям рам мам хам дром ду. 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 Я айям рам мам хам дром ду. Где ощущение сейчас? Вот тут на сахасраре, верхней чакре. Кстати, там я что-то пробивала. Из центра вишваварджу поставила, ну, в 4 должно быть, в 2 уха, вниз позвоночник и туда вверх.
и пошла снизу поднимать, потому что я-то себя снизу левитировала и пошла кундалини подниматься, и потом башка взорвалась, а тебе полезло просто в голову. Пошла снизу, вот оно змеёй идет, поднимается, но я бы сказала, на уровне солнечного сплетения чуть-чуть до анахаты не дошло. Я думала, оно прорвется, ну и полетит, да, там взрыв в голове, и все будет хорошо. Вроде даже раскручивалась мантра. Все равно там прочищать и прочищать. Можешь сидеть и читать ее. Это соединение пяти элементов. Ну, то есть mm-hmm. все, из чего мы состоим. Маг второй, это как раз четыре элемента собрал себе. Поняла? Умение строить уже реальность. Умение быть адекватным. Прокачано все. Ну, грубо говоря, материя, тело, деньги. Энергия, творчество, порыв, огонь внутренний, эмоции, эмпатичность, открытость, чувствительность, ясно, все такое, ясно, чувствование и так далее. И разум туда же. Не страдает там, не дурик ты, чувствительный, не еще что-то, а такой же отточенный, как ваджар разум, ментал. Вот это все вместе и есть маг. Вот если ты начитываешь эту мантру, это с другой стороны, совершенно несторожное, но подойти к этому же делу и, ну, четырем стихиям, грубо говоря, основным. А опять-таки, за стихии отвечают элементали, их называют еще там, ну, их помощники, феи, ангелы природы. И вот, если ты что-то хочешь творить, то ты обычно идешь через элементали. Они собирают все в такой последовательности, чтобы получился либо предмет, либо событие. Ну, грубо говоря, вот эти потоки отвечают за это. Айям раммам хамдрум ду, 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 айям. О, а так интереснее. А ну поворачивайся ко мне. Так быстрее энергии. Это еще и открытая и активированная Индра. Сейчас мы тебя фиганем и просветлим. Почти ты просто. Так. А ну-ка, можешь отслеживать по телу, чтобы. Айям рам мам хамдрум ду, 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 айям рам мам хамдрум ду. Айям раммам хамдрум ду, 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 айям раммам хамдрум ду. Хамдрум ду, айям раммам 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 хамдрум ду, хамдрум ду, айям раммам 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 хамдрум ду. Как щи. Мне жарко. Как щи. Ну, по шее как-то вот так с двух сторон заболело, как будто бы что-то вверх пошло дальше. Снизу чувствовалось? Или ничего не чувствует? Вниз. Снизу не чувствую. Смотри. Оно плавненько пошло, как змеечка, подниматься. Красивенько так вода пошла, поднималась. Очень плавно. И этот... И застопорилась первый раз, я сбиваться стала опять на горле и вот на шее. Там у тебя чувство вины там есть. Оно пошло вот там, вот невысказанное. Потом пошло через голову. Я думала, что у тебя взорвется все-таки. Левитация у меня была, как я как с собой работаю. То есть энергия красиво шла. И быстро поднималась. У летающих ситхов вот это состояние перед тем, как прыгнуть. Вот оно также накручивается. Очень похоже на состояние перед прыжком у летающего ситха. И получается, что... Я тебе рассказывала, там надо крышечку закрыть, и ты тогда взлетаешь. Ну, перепрыгиваешь. А вот оно поднималось,
вот как у меня, когда вот это вот состояние, прям ты уже левитируешь, ты чувствуешь, что внизу вихревые потоки, воронки под тобой, между тобой и полом, ну, между тобой и поверхностью. И этот, и в этот момент я думала, что у тебя сейчас голова, как и у меня, так бах, взорвется, и будет все красивенько, как в этом в Аюхаске Дриме, в этом, в Блубере. А нет, у тебя оно так, там свет начал появляться, но я запиналась немножко. И потом получилось просто пробить дырочку в яичке, как эти цыплята выклевываются, видела? Ну, первые пробивают. Mm-hmm. Вот тут вот в Сахасраре пробилась дырочка, и оттуда пошел такой лучик, как росточек. Типа лотоса что-то начало только пробиваться, расти. И, ну, звучит, что все остановись, но взрыва тут не будет, тут будет мягкое плавное раскрытие. И голова вот так вот пошла, ну, наполняться светом. Посмотрим, что там с тобой будет, выживешь ты или нет, после всего. Так. Ну, выключайся, ага, хрен ты выключишься.